Побывав в Асгарде, я не могу представить там магний и моди. Их же Сиф воспитала, да? Она показалась мне хорошей матерью. Может, слишком беспокойной? Хорошей матерью? Это точно Асиф? Асы те еще извращенцы. Для них образец женственности – это ярая воительница и не менее ярая пьяница. Они с Тором почти не бывали трезвыми. Жестоко расправлялись с врагами и также жестоко растили этих мальчиков. О чем ты? О, братишка, знаю, у тебя было нелегкое детство, но и ты не представляешь, насколько плохим оно могло быть. Представь, что знания в тебя просто вбивают насильно с утра до ночи. Тор воспитывал своих сыновей так же, как Один воспитывал его. Извращенное представление о мужественности, ковавшееся веками. Мрачное наследство, разоряющее наследников. Ну, Сив больше не пьет. Да и он тоже. Я прям-таки ошеломлен этой новостью. Да, он бросил совсем недавно. Но он очень любит свою дочь. Это многое объясняет. Сиф верит, что, воспитав хорошую дочь, она исправит свои прошлые ошибки. А Тору тяжко. Видимо, она поставила ему ультиматум после какого-то случая. После того, что он сделал с Моди, когда тот нашел нас? О, интересная догадка, парень. Если такой уговор им помог, что ж, я за них рад, честно.